Вот смотрите, если Бог вам дал человека, вы с ним прожили какое-то время, то он всегда на всю жизнь останется близким. Да. Просто бывает так, что Бог разлучает двух людей, и вы уже не можете быть вместе. Но вы должны знать, что если вы не очистите эти отношения, то вы не сможете строить следующие. Очистить отношения означает светлую память о человеке хранить, не думать ничего плохо о нем. Он остается тоже человеком твоей судьбы, но ты не имеешь права с ним уже строить те отношения, которые строил, и никогда не будешь иметь в своей жизни. Ну, то есть, если у него другая семья, другие отношения. Может быть, такой случай, может так случиться, что она опять вас соединит, но это крайне редко бывает, казуистика. То есть это близкий человек, ты чистую светлую память о нем хранишь, с ним не общаешься, не разговариваешь. Если общие дети, то сотрудничаешь в воспитании детей, но при этом близких отношений ты с ним не строишь. Просто чисто и светло к нему относишься. В твоем сердце есть ниточка с этим человеком, но она не рабочая, будем так говорить. Она благословляющая или проклинающая. Если ты плохо о нем будешь думать, будет тебя проклинать эта ниточка, а если хорошо, благословлять. А вы, я хотела говорить, что нужно все равно стараться вернуть близкого человека. Так вот, до какой период времени где вы стараетесь? Если у тебя уже есть муж, а у него жена, не надо вернуть стараться. Гражданский брак у всех, вот сейчас непонятно вообще, Гражданский брак означает муж. Брак создает Бог. там уже гражданский брак. То есть кто-то, кому родственник, непонятно вообще. До какой период времени вы уже... Ну, живите втроем. Если он живет с другой женщиной больше года, то если у вас есть дети, то пытайтесь вернуть мужа. Если у него есть дети, у вас нет, не надо возвращать. Сердце вам подскажет в любом случае. Надо ставить срок. Больше года срок прошел, уже, ну, скорее всего, все. В течение года молиться, пытаться. Да, молиться, пытаться вернуть. И вот за все отношения, которые в жизни, там, мужья были, там, гражданские, за всех надо молиться. Просто чистая светлая память. Не надо за всех молиться, просто чистая светлая память. Ну что вы смеетесь? Она женщина. Женщина означает, что ей надо все очень глубоко в сердце понять, разобраться и так жить, как сказал старший. Так работает разум женщины. Женщина, она соткана из чистоты и веры. Это, ну, то есть есть мужской разум, он экспериментатор. Вот, допустим, мужчины как слушают меня? Они слушают, думают, он разберемся с этим. Это правильно говорит, неправильно говорит. С этим согласен. Женщина мужчину спрашивает после лекции, говорит, видишь, Олег Геннадьевич, как правильно сказал, это всем известно. Он ответит, я это уже знал. Потому что мужчина так слушает лекцию, он сравнивает со своим опытом, это его разум так работает. А женщина, она впитывает все себя и так живет. У женщины разум основан на чистоте и вере к старшим. Она не анализирует, не сравнивает, она просто принимает и все. Поэтому женщина лучше, чем мужчина. Женщина – это лучшая половина человечества. А мужчины тоже хорошие. Придет время, или он вернется, или Бог даст другого. Вы возвращаете, потому что вы раскаиваетесь то, что было. Понимаете, вы возвращаете не потому, что вы упрямитесь, а потому, что вы очищаете свое сердце. Придет время, и в вашем сердце чистая память об этом человеке останется, или он вернется назад. Когда чистая память о нем останется, у вас успокоится сердце, вам будет хорошо, хоть он и там. И это значит, что не надо дальше возвращать. Или он вернется, одно из двух. Все. Если он вернется, это значит, Бог решил, что он дальше должен вас мучить. А если нет, значит, тогда... Ну, кто-то должен вас мучить, он выбрал вот его. Ну, поймите такую вещь, что когда с нами кто-то живет, это значит, что он должен нас мучить. А если мы по-доброму, хорошо себя ведем, то тогда этот человек дает нам также награды. Награды приходят обязательно в семейную жизнь, и счастье приходит, но только в результате труда. Понимаете, когда второй халиф после пророка, ну, его просили сильно все заступить вот к правлению мусульман.
И он, когда вышел перед ними, он не хотел сильно сопротивляться, он вышел перед ними и спросил их: «Вы понимаете, что я буду испытывать теперь вас, если вы меня выбрали?» Они говорят: «Да, мы хотим, чтобы ты нас испытывал, именно ты». А он говорит: «Хорошо, тогда я согласен, чтобы вы испытывали меня». Это и есть семейная жизнь.